Смена рефери у нас происходит. Ну и благо к этому поединку, похоже, что дождь немножко приостановил. Все-таки погода перестала быть безжалостной и пошла на уступки, скажем. Итак, бойцы по углам, рефери в октагон. Итак, перед вами еще один супербой из категории 77 килограмм. И этот супербой требует ваших супераплодисментов. Аплодисменты бойцам. Так, слева от меня боец в красном углу. Весовой категории 77 килограмм, рост 177 сантиметров. Мастер спорта по борьбе. Клуб «Вайнах», Алматы. Ему 28 лет. Встречает Агуев Азис. И его соперник. Весовой категории 77 килограмм, рост 175 сантиметров. Трехкратный чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Чемпион по грэпплингу. Чемпион WF Global 3. Обладатель пояса «Базар Хоргон 2017». Мастер спорта по ММА. Тренер Эмиль Товтуванов, спортклуб «Боец». Уроженец Джалабада. Ему 29 лет, встречаем. Мурата Раханчо! Бойцы в середину. Ну и пошли в бой, серьезные. Бойцы удары запрещаются. Затылок, область подмазончика. Сетку, шотку не хватает. Удачи, бойцы. Пошли в бой серьезные дяди. Муратов Рахманджон против Азиза Агуева. Очередной гость международного турнира AVF Pro Fight. Гость из Алматы. И давайте посмотрим, как сложится этот поединок. Ждем хорошего зрелища, благо и погода внесла свои коррективы до этого, но вроде бы все в порядке. А пока привыкают на силу к мокрому. Шомуродов Ильер, Абдиджапаров Лусернат. Сейчас, казалось бы, выпад делает Азиз, но Рахманджон отличной двоечкой его встретил. Хороший размен. Пора атаковать. Так, намеренно провоцирует оппонента. А вот здесь подскользнулся. Нужно быть осторожней, да. Ну, мы видим, что Агуев действительно спортсмен, который по-джентльменски относится к своему оппоненту. И такой оплошностью соперника пользоваться не стал. Собственно, хвала ему и почет. Но вот здесь включает довольно интересный стиль. Пошли уже у нас ментальные игры. Свои какие-то приколы от бойцов. И этим и интересен ММА. Здесь бывает всякое. А вот это, кстати, запрещено правилами. Использовал сетку для разгона, но в итоге сам нарвался и в этой ситуации. Да, как будто бы нырнул на кола, знаете, и нырнул в такую глубину, из которой выбраться не получилось. Рахманджон в отличный захват поймал Азиза. А в этом бою в первом раунде за 1 минуту и 34 секунды удушающим приемом победу одержал Мурата Рахманджон! Поздравляем! Очередной представитель Джалабада. Джалабад 2018 побеждает в противостоянии, становится действительно обладателем пояса. А ну вот, чемпионские поединки, которые должны длиться порядка 5 раундов, заканчиваются куда быстрее, чем бои, которые шли в андеркарде. Итак, подготовиться к следующей паре. Всегда. Шамурадов Ильер, Абдиджапарулы Сырдак приглашается. Дипломы. Всегда интересно за таким наблюдать. Получает, собственно, Муратов свой заслуженный пояс, ну и почетные медали об участии в этом гиганте.
опять-таки памятные фотографии. Собственно, все это вы можете понаблюдать на официальных страницах и World Tamash Federation в социальных сетях, и у нас в социальных сетях телеканала НТС Спорт. Ищите, будет вам благо. Медицинский персонал, судейская коллегия, секунданты, все, башка ешкин береги жоқ бұл жерге.